Вот, пришло по ссылочкам. Вот. Трехзарядные пружинки на тег-драйвер. Вот, такая вот посылочка. Ну, неплохо запаковано, как бы. Ложится, ну, простенько, без ничего, приятненько. Быстро дошла. Недорого, например, с нами в Минске. Ценник у нас держит капитальное. Вот. Пришла на 139-й мотор. Пружинки наступления красные, тег-драйвер. Большая заказывал и три маленькие. Посмотрим, будем сейчас печатать, что мне пришло, там не знаю еще. Вот будем резать сидит. Что там? Вот. Человек новый, ни разу заказывал, без понятия, кто там. Вот, как он там будет работать в дальнейшем. Ну, по отзывам неплохо работает, никого не обманывает, всегда проходит вовремя. Вот так, хотел бы посмотреть. Так ли, ну уже высвечивается, все хорошо вижу. Тут упаковано капитально тут уже. Не промокнет ничего. Вот, ага. Так. Давай, вот первое мое счастье. Три пружины. Немножко пакет порезал. Вот. Такие дела. И пружинки. Сейчас большая пружина. Коробочки. Человечек дал мне две визиточки. Вот он давно занимается, свой гараж есть. Там из Минска такие визиточки. Конечно, спасибо, очень было приятно. Вот, я позвоним, благодарим. Ну и самое главное счастье мое, это пружинка большая. Вот. Ну и счастье долгожданное. Вот как оно выглядит. Да, конечно, тугая. По сравнению с городскими. И достаточно. Посмотрим, наверное, будет все хорошо. Спасибо, кто смотрел. Вот. Спасибо человеку, что прислал. Все, спасибо, до свидания, пока.